Ситуация с ковидом в Рязанской области стабильная. Это уже видно невооруженным взглядом. Количество вновь заболевших уже снизилось почти вдвое. Впрочем, в региональном Роспотребнадзоре термин «снижение» пока стараются не применять. Тотальная иммунизация – единственный выход из пандемии. Наши вакцины самые безопасные. Их в регионе хватает. Главная задача – привить коллектив, который подведомствен вам. И, конечно же, привиться самим, поскольку та часть людей, которые не переболели и не привиты, их осталось не так уж и много. И наша с вами задача нацелить эту прослойку населения, контингенты, которые уцелели, несмотря на всю сложность ситуации пережитой, привить их в ближайшее время. Еще одна цель – развенчать информационные вбросы и мифы о российской вакцине. Это наши ученые остановили Эболу, их же разработка сейчас успешно противостоит коронавирусу. Пункты вакцинации уже открыты повсеместно, единый телефон для записи – 122. На территории города у нас развернуты 15 пунктов вакцинации. Это наши областные, наши городские подведомственные медицинские организации и 4 пункта вакцинации, развернутые на базе поликлинических отделений МВД, МФСИН, РЖД, медицин и также медицинский университет. Свободных запасов вакцины в области около 10 тысяч доз для тех, кто не успел привиться, самое время. Впереди майские праздники и массовые мероприятия. Максим Васильев, телекомпания «Город».